МЧС спешит на реку. Один из девизов новопольских спасателей, причем круглый год. С одной лишь поправкой. Зимой профилактические рейды направлены на недопущение несчастных случаев среди конкретной категории граждан – рыбаков. Обязательные участники выходов – сотрудники ОСВОД и правоохранители. Все в эти дни в боевой готовности, прежде всего из-за неустойчивых погодных условий. У нас при плюсовой температуре лед у нас хрупкий, тонкий, и это небезопасно по причине теплой температуры. Здесь находиться вообще не только любителям рыбной или подводной рыбалки, но вообще и детям, и гражданам небезопасно. Рейды по водоемам в Новополоцке проходят практически ежедневно. В поле зрения акватории в микрорайонах Боровуха и Междуречье, но прежде – пойма реки Западная Двина. Здесь в основном и кучкуются любители зимней рыбалки. Еще вчера несколько отчаянных пытались найти улов. Сегодня же вдоль берега – никого. Кто-то бы сказал, сходили вхолостую, но для спасателей это лучшее завершение профилактических выходов. Значит, инструменты работы с гражданами действенные. Путем профилактических бесед, далее доведения статистики, также путем разъяснения причин о невыходе, запрете выхода на лед. Мы таким образом стараемся достучаться до наших жителей города Новополоцка о небезопасном выходе на лед. С момента образования льда на акваториях Витебской области в нынешний зимний период уже утонули 6 человек. Еще 8 граждан удалось спасти. В Новополоцке, к счастью, несчастных случаев не зарегистрировано. Подобная статистика не расхолаживает местные службы профилактики, а лишь подталкивает вновь и вновь выходить в рейды, призывать рыбаков не выходить на лед и тем самым спасать кому-то жизнь.